В Атырау осуждена банда экстремистов. На скамью подсудимых 9 сторонников салафизма попали в конце сентября. Молодых людей признали виновными в пропаганде и создании террористической группы. Преступники, судя по приговору, располагали арсеналом оружия и взрывчатки. Однако, что именно они замышляли, неизвестно. Еще одной шокирующей деталью дела стало то, что двое главарей были признаны виновными в насильственных действиях сексуального характера. Организаторы террористической группировки Ким Рамис и Баярисов Роман, организаторы, обвиняемые в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, приговорены к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. У обвинения нет никаких доказательств вины моего сына. Адвокаты тоже говорят, что никаких улик нет. Он лишь читал намаз. Неужели в этом его вина? Ему дали 6 лет. За что? Отмечу, что двое несовершеннолетних членов группы Кадырсихов и Агарынов получили по 6 лет. Остальная пятерка братьев по вере задержится за решеткой на 8-9 лет. За последние несколько месяцев в Атырау осудили уже более двух десятков террористов.